Для большой семьи каждый дополнительный рубль – ощутимая помощь, говорит мама троих детей Венера Насырова. Чтобы узнать все изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 марта, Венера пришла в районное отделение соцзащиты. Одно из новшеств в регионе для многодетных – увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Старшая занимается танцами, средняя дочь ходит на музыку, тоже какие-то дополнительные траты, но малыш еще пока, конечно, не требует таких больших трат, но все же ощущается, что нам помогают эти все выплаты, компенсации. Поддержат и тех, кто воспитывает приемных детей. Теперь в Самарской области семьи, где трое и больше детей, приравнены по мерам социальной поддержки к многодетным. На них распространяются ежемесячные выплаты на проезд. Как правило, большинство детей – это школьники. На них распространяется выплата на питание. Мы помогаем оплачивать питание в школах. И на них распространяется компенсация за жилищно-коммунальные услуги. Раньше этого не было, такой помощи они не получали вообще. Также в области установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу – 5000 рублей. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».